Всем здорова, друзья мои кровожадные, с вами Спикер, и ночной ужас продолжается в игре Dead by Daylight. И сегодня поиграем за охотницу, у нас новогоднее обновление, и давайте же начнется наша охота. Устраивайтесь поудобнее, берите вкусняшки и начинайте бояться. Мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, мы сейчас найдем тебя. Наступает ночь, друзья, и охота начинается. Наша охотница начинает на тропу войны выходить, и наша охота... Ну что, мы напеваем красивую песенку и погнали искать выживших. Найдем всех, подвесим на крючки и будем над ними издеваться. У нас сегодня 5 топориков, у нас сегодня на болоте камыши, пеньки. И пытается ребята что-то починить. Куда вы заныкались? Сейчас повредим. Это дело повредим и найдем здесь ребятишек. Куда вы заныкались, ребята? Я не причиню вам боль и страдания. Я просто вас навешу на крючок. Довольно активно чинит. О-о-о-о! Как активно чинит! Оп. Готово! Ну что, иди сюда, моя хорошая. Ты попадешься у меня как раз на ловушку. Там есть еще ребята. Там есть еще ребятишки. Оп! Промахнулся. Решили со мной побегать налево-направо. Ну что, побегаем тоже. Побегаем за вами в окошко. Держи топор. Оп. Он прям передо мной. И сразу же лег на землю. Ох ты да, сколько крови, сколько страданий. 5 генераторов еще не починили. А у меня уже есть в руке один. И один, кстати, уже раненый. Куда идти, друзья? Куда идти поближе? Туда-сюда. Ну пойдем вон туда, крючок. Да, друг мой. Вот крючок твой. Как он вырывается-то? Я надеюсь, успею донести его и подвесить на крючочек. Давай, родной, прям сюда и погромче кричи. Ох ты да, как ты кричишь. Так, я вижу, ребята пофиксили свою красотку. И теперь ребята все здоровы и свежи. Так, мне нужно свежее мясо. Мне нужно свежее мясо, заберемся наверх, посмотрим, что у нас наверху. Я пока что никого не вижу. Но где-то ребята поблизости. Куда-то они заныкались, это точно. Ребятишки, куда вы заныкались? Я вас не вижу. Появитесь вы. Да, он страдает, истекает кровью, а вот ребят я не вижу. Куда вы изделись-то, мои хорошие? Обойдем пеньки ближайшие и посмотрим. Где-то они точно поблизости. Я чувствую ваш страх, ваши страдания. Как вы боитесь и мучаетесь. Ну хорошо, подождем, пока он помрет, и пойдем найдем остальных. Один починили генератор, и буквально недалеко здесь. Практически 50% жизни, он готов уже. Наш огурчик уже готов. Ох ты да, сущность забирает... О-о-о-о, секундочку, ты куда, моя хорошая? Ты куда подправляешься? Оп, промах. Это промах, ничего страшного. Как-то он слишком баговый, что ли? Ох ты да, все-таки попался. Как-то я не усмотрел, и он опять пойдет у меня на виселицу. Пойдем со мной, я тебе не причиню боль. У меня осталось всего лишь 2 топорика, и нужно найти еще топорики. Так, сейчас подвесим и помучайся. Второй раз. Ох ты да. Сущность забрала его сразу же, прямиком в ад. Пойдем искать других. Наша охотница напевает красивую песенку, и мы ищем выживших. Тут у нас никого. Ох, есть топорики. Мне нужны топорики. Топорики, ху-ху. Тут у нас никого нету, только парочку топориков. Ну, погнали дальше. Тут нас пытается починить, ребята. Пытается починить. Мы, конечно, это дело повредим. Осталось 4 генератора и осталось всего лишь 3 выживших. Так, починили буквально рядышком. Ну-ка, пойдем сбегаем туда. Тут, в принципе, недалеко, кажется. Прям внизу. Ребята, куда вы делись? Идите же к папуле. Я соскучился по вам. Вернемся, наверное, тому генератору, потому что, наверное, точно там ребята будут чинить его. Тут у нас получается 2 генератора. Можно оставить тут 3 генератора. Рядышком с собой. И, если что, и, конечно, сдерживать. Так, ребята, нет, не пытались починить. Мы проверим, наверное, тут есть поблизости еще один генератор. Ребятишки, куда вы делись? Свежее мясо, они все здоровы. Так, у нас не работает. Значит, осталось вон те еще 2 генератора. Осталось у нас 5 генераторов. И где-то точно ребята пытаются починить. Так, у нас тихо. У нас тихо. Я не пойду наверх, пускай чинит тот генератор. А я буду вот за этими смотреть. 4. Довольно находится рядом и удобно. Если что, будем бегать туда-сюда. И, конечно, поймаем. Я слышу звук. Я слышу шум. Идем туда скорее. Идем сюда. И куда ж вы делись-то?
повредим, и у нас много топориков, и будем, конечно, истреблять нашу жертву. Так, ну что, пытались починить? Да, они пытались починить, мне это дело повредим, и будем искать. Ребятишки, куда вы делись? Появитесь вы ко мне. Пытались починить, я слышу, кажется. Да, пытались починить, и что ж ты будешь делать-то? Что ты будешь делать? Оп, ничего ты не будешь делать, потому что я уже на хвосте у тебя, и охота начинается, друзья. Охота начинается в самом разгаре. Куда ты отправляешься? Иди прямиком в ад. О, да. Готов. Готов перчик, берем его с собой за шкварник и потащили его, друзья, на крючок. Мне кажется, нужно где-нибудь поближе крючок возле генератора. Где тут самый ближний крючочек? Крючочек, ты куда делся? Вон, если наверху или вон туда наверх? Слишком далеко. Слишком далеко, я не поднимусь наверх, слишком долго. Можно, в принципе, его бросить. А где тут подняться можно? В эту в избушку-то. Походу, друзья, он сейчас вырвется. Да, он вырывается и будет убегать от нас. Осталось 3 генератора, и мои дела очень плохи. Куда делась наша жертва? Вот наша жертва. Это моя жертва, и, друзья... Ух, слишком высоко! Жалко. Как же жалко. Но все равно гоним. Догоним и возьмем с собой. Я тебя вижу. Где-то зашкирился прямо тут-то. Друг мой, ты куда делся? Пока же бегай за одним, тут ребята чинят генератор. Это, конечно, хорошо, но мне нужно найти остальных. Хорошо, побегай. Осталось 2 генератора. Осталось 2 генератора, и мне нужно поймать еще парочку. Ребятишки, вы пытаетесь починить? Они пытаются починить и, конечно, повредим. Так, окейшки, починили этот. И осталось еще. Осталось 3 генератора. Ох ты жесть. 4 вишь генератора. И будем искать, конечно. Вот ребята наши. Наши ребятишки прям тут. Иди ко мне, моя красная голубка. Вот он бегает. Убегает от нас. Мы, конечно, не осталось 2 топорика. Я за тобой. И что ж ты будешь делать? Что ты будешь делать? Я даже не знаю. Налево-направо. О-о-о, вот она. Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. Куда делась-то? А вот он бегает. Как она бегает хорошо. Оп. Все-таки попалась. Где крючки? Мне нужны крючки поближе, потому что крючков у нас как-то слишком мало и находятся они очень далеко. А наверху снова? Наверху? Да я не успею донести наверх. Как тут можно обойти по-быстрому? Красотка, не сопротивляйся. Вот, или есть лестница. Ну-ка, пойдем наверх. Пойдем наверх, там довольно удобно будет. И видно оттуда. Прекрасный вид отсюда. Давай наверх. Осталось 2 выживших, остался последний генератор. Красотка висит, и мы смотрим последний генератор. Есть в домике генератор, и есть, кажется, еще вон с той стороны. Где наши ребята? Мне нужны топорики. Мне нужно... О, есть топорики. Есть топорики, сейчас возьмем топорик. Ну что, где наша жертва? Мне нужна очередная жертва. Кстати, здесь есть 2 входа. Тут тоже есть вход, но тут нельзя пройти, видимо. Ждем нашу жертву. Ребятишки, у нас выход уже. У нас выход, и у нас красотка висит. Так, находится там, и там выход. Ребята быстро починили, но 2 жертвы, походу, я забрал сегодня с собой. Причинил боль, страдания, я жду вас, ребята. Вот наши ребятишки. Я бегу с тобой. Нет, это был отвлекающий маневр, конечно, и ребята будут помогать. Где ребятишки? Где другие? Я не вижу пока что никого. Тут можно, в принципе, распуститься. И что у нас тут? Тут у нас никого нету. Ребята, будете спускать, будете поднимать своего с крючка. Да, она страдает, мучается и походу она сопротивляется. Мне нужны еще топорики, потому что осталось 4 топорика. А я буду стоять до последнего. Я буду стоять, конечно же, и ждать свою жертву очередную. Мне нужна 3-я жертва, мне хочется больше мяса. Свежей кровушки хочу. Нет, нет, никого нет. Тут у нас никого, 2 выхода, и ребята точно уже открыли выход. Я не вижу ни больше никого, они просто решили, видимо, убежать. Тут у нас никого. Тебя, походу, не будут спасать уже, можно, в принципе, маленько отойти в сторону, пускай попытаются все-таки ее спустить, а я потом, если что, буду набрасывать. Один уже на выходе, и один, походу, возле выхода. Да, красотка, тебе не повезло, сегодня ты умрешь. Забрали, друзья, 2, интересно, где выход? Вон там есть поближе выход. Да, она уже не жалеется, можно бежать на выход, возможно, я даже успею. Давай, детка, давай, сущность, забирай ее с собой. Ух ты, да, все-таки забрала сущность, и мы на выходе. У нас дверь открыта, я никого не вижу, ребята где-то заныкались, они просто убежали. Ну что, друзья, забрали 2, если все понравилось, смотрите дальше. И продолжайте бояться спикера. До новых встреч, всем пока.